уже там квартиру это купили, все, живут. А до этого времени, утверждают соседи, не успевали даже знакомиться с жильцами напротив. Люди там появлялись и также внезапно исчезали. Происходящим за стенами съемной квартиры интересовались и правоохранители. Ой, полиция не переставая к нам спрашивала почему-то. Приходили, да, полицейские? Ну, чисто. Это когда там это... Кого-то обворовали, когда-то... Кто арендовал там. Да, что-то там обворовали, вот туда приходили. А так сейчас нормально у нас соседи живут. В этой квартире в панельной пятиэтажке на протяжении 3 лет располагался салон по оказанию секс-услуг. Трудились в нем женщины, добровольно или путем обмана вовлеченные в нелегальный бизнес. Свою квартиру в том же новом городе 36-летний организатор интим-агентства предоставлял для проживания жриц любви, при этом активно расширяя преступную сеть. В конце концов, она одну из девушек купила в Лениногорске. Договорилась с таким же человеком, занимающим такой же деятельностью в Лениногорске. Причем эта девушка была несовершеннолетняя. Тот привез ее в набережную Челны и здесь продал ее за 10 тысяч рублей. Решением Набережно-Челнинского городского суда женщина была признана виновной по статьям организации проституции, совершенной с привлечением несовершеннолетних и торговли людьми. В ближайший год и 9 месяцев секс-предпринимательница проведет в колонии общего режима. Татьяна Каранаева, Алексей Штунов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».